Сегодня семья Людовик демонстрирует свою полезную пищу. Вот это мы купили в супермаркете, чечевица. Видите, как проросла, и мы ее будем сегодня кушать. Вот. А это всем известный одуванчик. У нас в соленой воде вчера полежал почти целый день. Ну, говорят, даже горечи нету. И еще я хочу вам показать пророщенную гречиху. Гречка пророщенная. Мы ее заправляем медом, может быть, кефиром. Ну, кто-то может еще намолоть мак и тоже добавить хорошо. Или же я вот приготовила, запарила овсянку и могу добавить в овсянку. Перемешать с медиком тоже очень полезно и хорошо. Еще я вам хочу показать, вот взяли пшеницу. Эта пшеница живая, она прорастает. Сейчас она только замочена, я вам покажу. А дальше у нас получилось, что она проросла, подсохла, потом мы ее в кофемолку положили. И вот это у нас уже мука, которая готовая к употреблению, ее можно ложить прямо в кашу, она чистая, и это из пророщенной пшеницы. Вот. Еще бы я вам хотела показать, вот это мы запарили грибы-лисички. Вот, они очень полезны, и насколько они полезны, пишите, кто хочет знать, я вам в следующий раз расскажу, для чего вот мы купили грибы-лисички, и даже вы сможете их заказать, могу сказать, где. Так, на сегодня все. Будем здоровы. Всего доброго. До свидания.